Борьба за выживание в животном мире начинается с рождения. Порой угроз для малышей представляют не только хищники, но и свои родители. Всем привет! В этом видео можно некоторых животных, которые могут убить своих же детенышей. А перед началом видео поставь лайк и подпишись на канал. Всем приятного просмотра! Шимпанзе. Некоторые из более тревожных сообщений о детоубийстве среди приматов в дикой природе исходят с шимпанзе. Они живут в общинах, где самцы являются доминирующим классом. В некоторых случаях банды самцов одной группы ради жестокой битвы нападают на другую группу самцов, что приводит к смерти младенцев, оставшихся незащищенными. Иногда самцы и самки убивают малышей в своих же собственных общинах. В некоторых наблюдениях инцидента самцы в сотрудничестве с самками либо убивали и поедали детенышей, или полностью отказывались от них. Медведь. Медведь, независимо от вида, являются большими и заботливыми животными. Это одиночные, сильные и чрезвычайно защищающие свое потомство животное. Трудно себе представить, когда медведица мать может навредить или даже убить собственных детенышей, но это происходит. Возьмем пример медведя-ленивца. Во время пугающего инцидента, имевшего место в национальном зоопарке в Вашингтоне, самка была в процессе роста своих детенышей. Но после того, как родился первый детеныш, мать села младенца, пока не родила других. Она родила еще двух младенцев, а нормально с ними жила в течение недели. Служащие в зоопарке были поражены, когда она села еще одного младенца и отказалась от третьего. Африканская черная орлица. Обычно в кладке у самки два яйца, но у живых остается только один. Как только малыши появляются на свет, между ними начинается жестокая борьба за выживание, на которую мать смотрит абсолютно спокойно. Львица. Они известны как гордые охотники, но когда самцы-изгои делают свой ход, детеныши продвигаются риску истребления. Подобно многим другим группам млекопитающим, когда альфа-самец проигрывает в борьбе, новый самец почти убивает детенышек другого альфа-самца. Львы это делают, чтобы не тратить энергию и время на детенышей, которые не являются их родственниками. На этом все. Если понравился данный ролик, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!